No, no, it's all good, mate. Yeah, thank you. Thank you. Thanks. Сидит пьяный отец. Папа, знакомься, это Саша. Отлично. А ты кто? Звонок в квартиру. Хозяйка открывает дверь, стоит мужик телефон. Здравствуйте, я из фирмы «Заряд». Пришел к вам быть окна. Хорошо, проходите. Через 5 минут снова звонок. Стоит мужик в униформе. Здравствуйте, я из фирмы «Заряд». Пришел к вам мыть окна. Хорошо, проходите. Через 5 минут снова звонок. Опять стоит мужик в униформе. Я из фирмы «Заряд». Пришел к вам мыть окна. Простите, но двое из вашей фирмы уже пришли. Да это же я и есть. Просто я снова из окна выпал. Сидит в песочнице грустный-грустный ребенок. Подходит еще один, немного повеселее. Слышь, что ты такой грустный? Да вот, хомячка моего молнией убила. Ничего себе! Как это? Да понимаешь, я куртку застегивал, а он голову высунул. Одна подружка спрашивает другую. А почему у тебя всех мужиков Михаилами зовут? Детская привычка – спать с мишками. Звезды шутят. Звезды? Звезды шутят на Юмор ФМ. Аркадий Харалов. Пожилая грузинка говорит своему мужу: Лизу, отнеси нашего последнего петуха, в доме нет ни копейки денег. Жалко. Он взял этого красивого петуха, приносит на рынок, значит, встал и продает. Подходит один покупатель, спрашивает: а красивый петух такой, кашкарский, курей топчет? Нет, спокойный, хороший петух, курей не топчет. Он повернулся, ушел. Так, один, второй, третий, топчет, не топчет. Все разошлись, он остался с петухом, возвращается домой. Жена ему говорит: почему ты такой петух не продал? Вот, сказал ситуацию: ай, ты старый дурак, ты знаешь, что такое топчет? Все ему рассказал, объяснила. В воскресенье опять собирается с мешком, носит у петуха, раскладывает. Красавец, петух такой. Подходит первому купателю и спрашивает: хороший петух какой? Кашковский, курей топчет, курей топчет. Гусей топчет, коров топчет, свиней топчет. Тот так стал подозрительно, говорит: почему такой петух продаешь? Последнее время стал косо на меня смотреть. Звезды шутят на Юмор. Один сосед спрашивает другому: а ты куда идешь? У меня жена за елкой послала. Какая елка? Ведь апрель на дворе. А она говорит: какой же это праздник без елки? На улице мальчик обращается к проходящему мимо мужчине. Дяденька, у вас не будет сигареты? Ай-яй-яй, мальчик, свои надо иметь. Жена купила несколько лотерейных билетов и говорит мужу:
Если я выиграю, то куплю себе норковую шубу. А если не выиграешь? Тогда ты мне ее купишь. Разговор в курилке одного из учреждений. Как же мне надоел этот кризис. Я вас понимаю. Нет, не понимаю. Да прекрасно понимаю. Да у вас даже депозита нет. Вчера был. Одна блондинка говорит другой. Знаешь, хочу усыновить трехмесячного английского ребенка. Ну и что ты с ним делать будешь? А когда он начнет говорить, я буду учиться у него английскому. Народный анекдот пора. Случай в жизни. Возле моего гаража ездила девочка лет 8-9 на велосипеде. Ездила, потом остановила велосипед, начала кричать. Папа! Таким скандальным голосом. Папа! Прокричал раз 10. Выглянул со второго этажа папа. Чего? Дочка сказала. Ведро вынеси! Закрыл папа Карло Буратино с малиной в сарае, чтобы они дровишек ему на зиму заготовили. Рублевское шоссе. Мчится Бентли на большой скорости, его останавливает гаишник. А подходит, представляется сержант Петренко, он приоткрывается окошко, вытаскивает 5000-ая купюра. Он говорит, все, понял, спасибо, до свидания, счастливого пути. Через окошко просовывается вторая купюра. Сержант крякает и говорит, значит, я здесь работаю с понедельника по четверг, так что можете свободно ездить, и вам всегда будет зеленая дорога. Через окошко просовывается еще одна 5000-ая купюра. Сержант говорит, вот дальше поедете, километров через 12-15 будет опять радар стоять, будьте осторожны. Следующая 5000-ая купюра. Сержант говорит, удачи вам, вашим детям, в бизнесе, всего хорошего, здоровья, счастья, благополучия. Из окошка высовывается еще одна 5000-ая купюра. Сержант оглядывается по сторонам, крякает и поставленным голосом говорит, Александр Сергеевич Пушкин, стихи. Народный анекдот пора. Разговаривают друзья, любители котов. Я своего кота называю пласт. Сколько раз топил, все равно всплывает. Да ну, я своего называю бумеранг. Куда не забросишь, все равно возвращается. А мы своего называем Джордано Бруно. Да вы просто садисты. Да не. Он просто на звезды смотреть любит. Пациент обращается к доктору. Доктор, меня жена пилит за каждую юбку. Ну, голубчик, а вы брюки носить не пробовали? Отец строго обращается к сыну. Сын, мать сказала, что ты куришь. Мать, неси ремень. Но они же электронные. Мать, неси утюг. Еще полгода ушло на то, чтобы собрать Христа. Мешался и... Вес статуи 4,5 тонны. В основании памятника находится небольшая часовня. Аудиосторис. Шаговый мозг, маленький, 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 ма
Географические названия и проверим, правильно ли их употребляют ведущие и гости маяка. Начнем с главного города нашей страны вместе с гостем хорошо темперированного эфира Васей Васиным. Чтобы сделать трибют и отдать честь
городу Москва. Города Москва, неправильно. Дело в том, что Москва склад, причем неважно, есть рядом родовое слово город или нет. Отдать честь Москве, отдать честь городу по Москве. В любом случае мы слово Москва употребляем в дательном падеже. В других падежах то же самое. Из города Москвы, о городе Москве. Кстати, подобные правила касаются хоть и не всех, но многих. Вот пример, причем правильный, от Евгения Стаховского. Дворцовый парк – одна из главных достопримечательностей, созданная в конце 18 века. Город Гагачина, все верно. Здесь мы тоже склоняем оба слова. Следующий пример касается ударения, и мы разберем его вместе с Василием Цветковым, гостем утреннего шоу. Обвиняемым, при этом отказавшись категорически принять советское гражданство. Не в Харбине, а в Харбине. В названии города Харбин ударение падает на второй слог. И при склонении оно остается неизменным. Харбин, Харбина, Харбину, Харбине, Харбином. Продолжаем говорить о географических названиях. И у нас на очереди знаменитое село. Очень долго шел из Холмогоров, например, в столице. Когда тренировался... Было сказано «из Холмогоров», однако в родительном падеже это название имеет нулевое окончание. Правильный вариант – «из Холмогор». Окончание «ов» здесь не к месту. А следующий пример оказался очень сложным. Евгений Стаховский поставил меня в тупик. Мамлюкский султанат под названием «Калаун». И вот здесь я очень сомневаюсь, куда правильно ставить ударение на «у» или на «а». Варианты, в общем, как бы возможны. Так как же правильно? Калаун, Калаун или Калаун? Признаюсь честно, ответа на этот вопрос я не нашла ни в словарях имен собственных, ни на просторах интернета. С одной стороны, очевидно. С другой стороны, если нет ярко выраженных рекомендаций, то мы говорим, как хотим. Калаун, хочется Калаун говорить. Ну, Калаун, значит, Калаун. Кстати, ударение я встретила второй вариант этого названия. Калавун с «в» в последнем слоге. И на этом выпуск завершаю. Но приглашаю всех на телеграм-канал. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык. Спасибо. Училка против маяка. Никогда не бывало в нашем городе светло, над вечерней рекой. Не мечтал до зари, друзьями ты не броди. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри. Рисуя девчата на ладонях больших голубых площадей. Thank you.
Stories. Знаменитый Восточный экспресс скоро перестанет быть только поездом. Компания, которая владеет этим историческим брендом, в 2020 году собирает первый рейс в нем тишина. Эта яхта станет крупнейшим в мире парусным судном. Его длина составит 220 метров. Тишина Восточного экспресса получит шикарные интерьеры. 54 люксовых каюты, 2 бассейна, бар и частную студию звукозаписи. Движущей силой для водного Восточного экспресса будут служить полноценные паруса, которые разместят на 100-метровых мачтах. Впрочем, настоящие двигатели у яхты тоже будут. Саламу алейкум! Они становятся.
чего хочешь? Слушай, варить твоё. That's what I'm trying to do.
Thanks.